Саратовское предприятие готово предложить замену импортным овощам. Об этом заявили специалисты на заседании круглого стола Общественного комитета по управлению имуществом региона. Представитель тепличного комбината «Волга» рассказал об успехах по производству рыбы. На сегодняшний день в резервном пруду предприятия выращивают более 1000 особей ценных пород. В 2016-м планируется увеличить это производство в несколько раз. Также на территории хозяйства только в этом году собрали более 6 тонн огурцов, томатов и болгарского перца. По словам директора предприятия, планируется также ввести в эксплуатацию еще 2 гектара современных теплиц. Половина из них будет работать на импортозамещение овощных культур. Сейчас это очень актуально. Вот смотрите, продовольственный эмбарго в отношении товаров из Турецкой Республики, мы на данный момент времени продукцию не получаем. У нас сейчас межсезонье. Продукцию тепличного комбината в нашей зоне световой начинают получать с середины января, то есть после Нового года. То есть до Нового года у нас вылетает. Поэтому можно получать продукцию еще на грунте только системой искусственного досвечивания. В тепличном хозяйстве планируют выращивать и фрукты. Так, в 2015-м уже заложили сады интенсивного типа. Для этого было посажено 58 гектаров яблоневых деревьев.